Всего 10 минут драгоценного времени, и у вас на столе вкуснятина. Поможет разнообразить дешево и сердито любые шашлычные посиделки. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами я, Александр. И я, Марина Чернова. Предлагаем вам малосольные овощи, приготовленные за 2-3 часа. Итак, канал с дедом за обедом. Малосольные огурчики с помидорами черри. Оставайтесь с нами. В состав рецепта входит огурцы маленькие, помидоры черри, укроп, чеснок и соль. Количество и объем ингредиентов в конце видео. Есть как минимум два варианта приготовления малосольной закуски. Первый вариант по ссылочке, второй вариант сейчас мы приготовим. Первый вариант, когда все ингредиенты смешиваем в целлофановом пакете, но мне ближе второй вариант, когда все помещается в большой пластиковый контейнер. Решать вам, какой из вариантов применить у себя на кухне. Итак, приступим к приготовлению. Огурцы сейчас в сезон особенно хрустящие и вкусные. Мне больше нравятся огурцы маленьких аккуратных размеров. Убираем у них попки и разрезаем пополам. Помидоры черри более плотные, поэтому беру именно их, протыкая вилкой в 2-3 местах. Чеснок давлю через пресс. Можно также воспользоваться мелкой теркой. Свежий укроп нарезаю произвольно, не очень мелко. Посолю. Закрываю контейнер крышкой и активно встряхиваю огурцы. Таким образом огурцы друг об друга обобьются и пропитаются соком чеснока и укропа. 10 секунд активной тряски будет достаточно. Теперь сюда же добавлю помидоры черри. Закрою также контейнер и немного потрясу. Оставить минимум на 2-3 часа овощи в покое. За это время желательно встряхнуть еще 3-4 раза по 5-10 секунд. Помидорам, конечно же, нужно больше времени для маринования. Я обычно делаю с вечера такой салат-закуску и отправляю в холодильник. Малосольные огурчики и помидоры по-домашнему готовы. Такие овощи идеально подходят к любому мясу и картофелю. В сезон перца добавляю и его. Надеюсь, рецепт был полезен. Приятного вам аппетита! Спасибо, что были с нами. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч. Пока! Dance together till morning.